стала известна причина смерти Юрия Соломина. Худрук Малого театра Юрий Соломин скончался от осложнений, вызванных почечной недостаточностью, которая появилась после перенесенного им инсульта. Народный артист скончался в возрасте 88 лет. Предварительная причина смерти Юрия Соломина – почечная недостаточность, пишет телеграм-канал Мэш. Там добавили, что данный недуг стал результатом перенесенного им инсульта, который поразил височную область и привел к множественным кровоизлияниям в мозг. 9 января Соломина выписали из больницы. Этот акт дал многим надежду, что острую фазу болезни удалось миновать. Но Юрию Мефодьевичу резко стало хуже, и минувшей ночью он ушел из жизни. Инсайдер сообщил, что врачи сделали все возможное для восстановления Соломина. Но лечение осложнялось хроническими заболеваниями, такими как гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. В реанимации его состояние удалось стабилизировать, он был в сознании, но стал слабо ориентироваться в пространстве и утратил возможность говорить. Уже стало известно о том, где состоится прощание с Юрием Соломиным. Оно пройдет 15 января в Малом театре, сообщила ТАСС директор Тамара Михайлова. После гражданской панихиды народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище.